Энди Хиллари, рада снова видеть вас в Нижнем Новгороде. Город скучал по вам в последние несколько месяцев и очень-очень рад вашему возвращению. Мы тоже очень скучали по городу. Энди много работал, и мы уже в предвкушении нового хоккейного сезона. Также мы счастливы отметить 800-летие Нижнего Новгорода и юбилей хоккейного клуба «Торпедо». Как вы провели эти месяцы отсутствия в Нижнем Новгороде? Чем занимались? Что нового происходило в вашей жизни? Мы старались проводить много времени с семьей, что не удавалось нам в ходе ковидного сезона. Я много тренировался, мы отдыхали и наслаждались компанией друг друга. Наконец-то с самого начала сезона вы смогли приехать в Нижний Новгород со всей семьей, и наверняка для вас это будет дополнительной мотивацией. Вы будете видеться каждый день, а не только посредством Инстаграма. Да, в прошлом сезоне мы скучали друг по другу, пока мы с Бонни оставались дома из-за ковидных ограничений. К сожалению, это продолжалось до самой зимы, пока мы снова не смогли путешествовать и увидеться друг с другом. А как дела у вашей дочки? Как она чувствует себя в нашем городе? Здорово. У нее все прекрасно. Она отлично себя чувствует, и дом для нее там, где ее родители. Энди, вы уже сказали о том, что этот год является особенным, юбилейным, как для города, так и для клуба «Торпедо». И, разумеется, лучшим подарком к юбилею для болельщиков будет результат любимой команды и ее прохождение на более поздней стадии плей-офф. Что, готовы сделать им подарок? Да, конечно. Я думаю, мы добились прогресса по сравнению с моим первым сезоном здесь. У нас много молодых талантов и в целом неплохая команда. Мы готовы сделать следующий шаг.